Парламент Австрии одобрил закон, позволяющий хронически или неизлечимо больным людям оговаривать свою волю и принимать решения об уходе из жизни путем суицида при строго определенных обстоятельствах. В четверг австрийские законодатели одобрили новое правило большинством голосов. При этом только одна из трех оппозиционных партий проголосовала против. Изменения назрели после того, как в прошлом году Федеральный суд отменил положение законодательства, запрещающее любые формы активной помощи тем, кто хочет покончить с собой. Мы все хотим, чтобы наши близкие и члены семьи чувствовали себя хорошо в конце жизни, чтобы они достойно провели свои последние годы, и при этом, чтобы они получали необходимую поддержку, в которой нуждаются. В то же время, никто не должен выбирать способ умереть, когда есть другие варианты. Никто не должен выбирать этот путь из-за личной ситуации, финансового положения или по семейным обстоятельствам. Закон вступит в силу 1 января 2022 года и детализирует основные правила. Он нацелен на предотвращение злоупотреблений. Люди, которые хотят воспользоваться этой возможностью, должны будут проконсультироваться как минимум с двумя врачами и направить заявление на самоубийство нотариусу или адвокату.